Наталья. Расскажите нам, где вы находитесь? В центре Москвы. Maybe I'm scared of being alone, but baby I've got to hold my own. 'Cause maybe love's not what I expected. Gotta run, run, run to the nearest exit. I think our timing's just a little off. Timing is everything, don't you know? Играем в классики. Нет, спасибо. Ну что-то машет рукой. Кто это? Привет, Наталья. Привет. Здрасте. Здрасте, Соня. Очень приятно, Егор. Привет. Как дела? Отлично. Ты с работы? Так, кто это? Maybe I'm scared of being alone, but baby I've got to hold my own. 'Cause maybe love's not what I expected. Gotta run. 27 число. Любого, нет, любого месяца. Обычно в это время заканчиваются средства. Какие? Денежные. И ты не можешь пойти, например, и прикупить себе что-нибудь в магазине Инканта или джинсы США. Вот, пожалуйста, мы видим. Просто пожрать где-нибудь типа хачапури. И ты такой думаешь, как бы, блин. Ну, короче, ребят, не в деньгах счастье. Молодец. Скоро 9 мая. День Победы. Смотри, какие были красивые люди. Смотри. Радовались, что наконец-то отстояли нашу страну, любили друг друга, помогали друг другу. Я помню, как Наталья Васильевна рассказывала, как им во время войны кто-то принес кусок сахара. А так как сахар это был огромный дефицит, они его вешали на такую нитку, садились за стол, и самый высокий человек ее как бы раскачивал, а дети по сторонам лизали сахар. Жуть. Мои дедушки воевали. И вот дедушка Володя, это папа моего папы, он в 15 лет убежал на фронт защищать семью. И потом, когда мама вышла за него замуж, за моего папу, она рассказывала, что, переехав к ним в дом, 9 мая дедушка сидел в кресле и плакал. Он был огромный такой, практически ничего не рассказывал мне, потому что однажды они нашли на войне холодильник, там были дети мертвые, и он посидел в одночасье. Дедушка Коля у меня еще был. Он тоже воевал. У моей бабушки было еще много братьев, и они практически все погибли на войне. Но вот дедушка Коля выжил. Для него самое важное было всех целовать при встрече. Это могло длиться час. Он всех своих внуков, правнуков. Что значит была цель защитить свое будущее у людей. Спасибо. Yeah.